Ну, у меня в профессиональной моей карьере все мои кемпы были или в Канаде, или в Америке. Там, мне кажется, чуть другая нагрузка, там больше все как-то на расслабоне у всех. Ну, нет такой. Мне кажется, тут более серьезно к этому подходят. Ну, даже там у меня никогда не было стабильно по две тренировки в день. То есть там день одна тренировка, день две тренировки. А тут каждый день по три тренировки, тут все серьезно. Вот из всех этих кемпов, которые были в профессиональной карьере, этот самый сложный. Наши пацаны целеустремленные, все такие с большим желанием, потому что у нас страна, я бы не сказал, что очень богатая, и поэтому все хотят вырваться и показать себя. Поэтому мотивации у ребят много. Приятно, что могут много знакомых приехать, поболеть, поддержать. Приятнее с поддержкой, когда ты понимаешь, что тебя приезжают конкретно тебя поддержать. За тебя болеют, намного приятнее, чем боксировать пустым залом. Но если, конечно, если ты понимаешь, что тебе это надо, то без проблем. Ну, даже через сложно, еще неделю, две, три, сколько надо. Просто оно чуть-чуть сложно, что рутина одно и то же каждый день. Там поел, спишь, тренировка, спишь. Ну вот это чуть сложно, а так все нормально. Ближайший мой план это вернуться, потому что у меня 1,5 года простоя было после поражения. И сейчас надо вернуться, показать себя и возвращаться на те же позиции, где я был. Как минимум ближайший год.